В Беларуси усовершенствуют систему подготовки журналистов. Так сегодня стало известно о предоставлении самостоятельного статуса факультету повышения квалификации кадров и их переподготовки, который в течение 10 лет входил в структуру Института журналистики БГУ. Таким образом, теперь он будет преобразован в 2 отдельных факультета. Такое решение сегодня единогласно приняли участники совета университета. Вопрос с названием пока остается открытым. Были выслушаны самые разные точки зрения, как его назвать, например, факультет журналистики и массовых коммуникаций. И решение мы приняли до 30 апреля вместе с заказчиками кадров и совместным вот таким вот мозговым штурмом выработать, в общем-то, и новое в содержании подготовки, открытие новых направлений подготовки, формы обучения, базы практик. И это, конечно же, повлечет за собой и вот уже законченное название факультета. Напомню, вопрос качества подготовки журналистских кадров обсуждался во время недавней встречи президента с представителями крупнейших СМИ. Он был продиктован возросшей ролью средств массовой информации в современном обществе.